рассказывай. На мне два копа сидят. Что это такое-то? Слезьте с меня, уйдите от меня. Уйдите от меня, уйдите, 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 уйдите. О, отлично, я их съел, ребятки. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра, ребята, и мы продолжаем играть с вами в хищные машины. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Так, это уже 8-й уровень у нас будет, так что давайте, собственно, сыграем с вами и посмотрим, что этот уровень нам даст, ребятки. Так, копы сделают все, чтобы вас поймать. Ну, это, в принципе, и понятно. Меня копы всегда достают. Так что убежать от них, в принципе, очень довольно-таки тяжело, ребятки. Так, давайте крутнем спин. Посмотрим, что нас ждет в сегодняшней гоночке. Так, плюс 10% рубинов дали. Одну бомбу и меч. Так, отлично. Броню, то есть. Так, ну что, ребятки, погнали, погнали, погнали. Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Так, нитро, нитро. Давай, проезжай, проезжай, проезжай. Так, это бомба у меня, да? Ага, все. Давай бомбу, бомбу ему давай. Нитро, нитро здесь. Ай, да что ж такое. Чуть-чуть не повезло мне, ребятки. Так, давайте сейчас возьмем переиграть, потому что я запутался немножко в управлении. И сейчас мы все порешим. Так, сначала, конечно же. Так. В прошлых частях я, по-моему, первая, ребятки, часть или вторая. Машина есть машину, и хищные машины. Копы не были такими резвыми, были другие машины. А здесь именно копы такие, которые достанут у вас из любого места. Так, погнали, 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 наш монстр готов, ха-ха. Готов к новым приключениям, ребятки. Так, давай, давай, о, отличненько, видите, выехали. Ой, здесь выехали просто замечательно. А, мы же сейчас можем упасть, если мы неправильно поедем. Вот, 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 хух. Наконец-то мы, ребятки, перепрыгнули через эту бездну, которую пошли в прошлый раз. Ребятки, дирижабль скидывает какие-то бомбы. Что это за дирижабль? Если вы знаете, что это за дирижабль, пишите в комментариях, потому что я еще такого не видел. Так, собираем, собираем, ребятки, рубины. Так, давай, давай, давай. Так, отлично. Ой-ой-ой. Эй, копы, копы, давайте бомбу им кинем. А, даже бомбы нету, чтобы кинуть им, ребят. Вы представляете? Даже нету ни одной бомбы, чтобы им кинуть. Чтобы они, так сказать, этой бомбой подавились и проиграли. Да, приходится только хавать своим ртом, который я увеличил, ребят. Потому что это единственное, что сейчас у меня есть. Меня копы таранят, я падаю. Ребята, быстрее, 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 быстрее. Надо хавать и уезжать отсюда. Давай, газуй, газуй, газуй. На мне два копа сидят. Что это такое-то? Слезьте с меня, уйдите от меня. Уйдите от меня, уйдите, 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 уйдите. О, отлично, я их съел, ребятки. Круто. Давай, газу, Юра, быстрее. Ребяточки, меня съели. Оказывается, меня, ребятки, просто-напросто съели. Так, ну что ж, дорогие друзья, прикольненько получается. Мы даже 8-й уровень не смогли проехать, потому что нас, ребятки, съели. Так, давайте вернемся в гараж и посмотрим. Может, мы с вами сможем улучшить наш автомобиль, чтобы нас не съедали. Так, у нас 1000... Так, а сколько броня стоит? 1300. Нам еще не хватает 200, ребятки. Давайте еще раз попробуем. Это урон, получается, какой я наношу. Да, мне для того, чтобы пройти 8-й уровень, мне надо увеличить, ребятки, броню. Давайте с вами попытаемся еще немножко заработать рубинов. И все-таки пройдем этот уровень. Так, крутим спин. Так, ну что ж, плюс 5% рубинов мы с вами заработали. И плюс 10% ребятки, нитро у нас есть. Так, ну что, ребятки, погнали. Тан-т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 ан. Так, собираем рубинчики. Опа, вот так вот. Еще раз, вот так, хорошо. Самое главное, собрать побольше рубинов, чтобы я смог, ребятки, купить. Давай, давай, перелетай. Видели, машина упала в пропасть. Надо нам ту пропасть всегда объезжать, потому что та пропасть реально может, ребятки, довести каждого. Ого, вот это мы перелетели, ребятки, вы видели это? Ой, там бомба, там надо бомбы им кидать. Ребятки, там полицейские машины сзади меня.
Так, вот впереди ее надо схавать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько. Вау, давай нитро включай, включай, включай. Поехал, давай бомбу ему. Все, он разбился. Я второму бомбу. Да-да-да, полицейский второй разбился, ребят. Давайте, третий разбился. Отличненько, ребятки. А этих давайте схаваем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ого, они растеряли сколько рубинов. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, все, сзади полицейских я подорвал на бомбах. Че я тормозю-то? Ой-ой-ой-ой. Быстрее давайте, быстрее. Хавай-хавай-хавай-хавай-хавай-хавай. Давай двери ешь и уезжай, Юра. Хух, ребят. Но все равно моя машина... Он мою машину сзади таранит и съедает. Так, давайте перейдем, ребятки, назад в лобби и купим улучшение для нашего автомобиля. Называется оно, я так понимаю, броня, наверное, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим с вами. Так, вот у нас броня есть, и мы с вами ее улучшаем. Все, ребятки, отлично. Наша броня автомобиля улучшена. И нам осталось увеличить турбо. Сколько турбо? 1100. И урон. Чтобы полностью заделать этот автомобиль. Так, давайте, ребятки, 8 уровень переиграем сначала. Теперь, я думаю, у нас броня намного лучше. И мы сможем с вами пройти с легкостью этот уровень. Так, давайте крутнем спин. Посмотрим, что у нас сегодня он приготовил нам. Отлично, ребятки, круто. Так, у нас есть броня плюс 10%. Поехали. Катаемся на супермашинке. Давай-давай-давай, тихонько-тихонько-тихонько. Поехал-поехал-поехал, давай. Надо было съесть этого нехорошего полицейского. Эу, а чё я туда попал? Давай-давай-давай, хавай-хавай-хавай-хавай. Собирай, Юра, собирай рубины. Так, ребятки, половина пути уже у нас пройдена. И единственное, что нам осталось, так это не попадаться копам, чтобы они нас ни в коем случае не съели. Так, собираем рубинчики. Сейчас копы просто нас... Вы знаете, что они с нами сделают, если не предпринимать меры никакие. Все, ребятки, бомб у нас нету, нитро у нас нету, копы меня тупо хавают. Давайте их перевернемся, да посъедаем, что ли, я не знаю. Ну реально, не... вау. Ого, ребята, все копы потерялись там практически, вы видели это? Ребятки, ну они меня хавают со всех сторон, посмотри, они меня тупо съели. Ребятки, они меня просто-напросто съели, а как от них отстать? Надо покупать, наверное, новые какие-то бомбы, что ли, или, я не знаю, что-то надо улучшать. Давайте как-то, я не знаю, все равно проходить-то надо. Никуда от этого не денешься. Так, поехали. Так, давай-давай-давай. Отлично, отлично, отлично. Одну бомбу. Чё он сел на мне-то? Ну куда ж ты, Юра, упал-то, а? Так, одна секунда осталась, ребятки, ждем. Да, я не думал, что так будет тяжело ездить на этой незаделанной машине-то. Поехали. А поехали низом, не будем ехать наверх. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, этому бомбу. Здесь перелетаем. Ой-ой-ой-ой, на меня прямо с дирижабля упала бомба, ребят. Вот это мы протаранили. Итак, полицейскую машину съели сразу же. Так, ребятки, половина пути пройдена, как вы видите. Но стоит отметить тот факт, ребят, что я не знаю, что нужно делать. Но вы видите, что в последнее время у нас не особо это получается. Реально, нас съедают копы просто. Так, рубинчики собираем, это, конечно же, хорошо.
Так, ребятки, ну вот они меня хавают, видите? Ай, быстрее! Ну все равно же они меня едят. Давайте перевернемся, чтобы икс есть. Ну все равно, видите, они меня сзади съели. У меня просто не хватает бомб. Почему, я не понимаю. Нам надо купить, ребятки, какие-то боеприпасы. У меня на 8 уровень не хватает бомб. Давайте перейдем в гараж и посмотрим, какие боеприпасы мы с вами можем купить. Так, это устройство, ребятки. Вот, вот что нам нужно. Ракетница. Заморозка, магнит, регенератор. Давайте ракетницу купим. Ну что, поехали? Посмотрим, что нам дает ракетница, ребятки. Отлично, ребятки. Просто супер. Погнали. Так, 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 так. Вау! Давай, 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 Юра, я знаю, ты должен пройти этот уровень сегодня. Вон, ракетница эта, ребятки, ракетница улетает в копов, вы это видели? Все, теперь я понял, в чем дело. Сейчас я вам покажу, ребят, смотрите. Я купил ракетницу, и как только копы появляются, ракетница автоматически, ребятки, в них стреляет. И таким образом копы все умирают. Сейчас мы с вами это... Я вам это сейчас докажу, посмотрите. Так, брэм-б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 эм. Так, отлично, отлично, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, перескакиваем, перелетаем это. Так, бомбы, короче, ребятки, я оставляю на потом, когда у нас в действительности припечет нам их использовать, тогда мы будем их и использовать. Так, ребятки, у меня нету энергии совсем. О, я взял опять, круто. О, еще взял энергии, замечательно. У меня разрезала циркулярка, чуть не разрезала, ребят. Как видим, ребятки, ракетница уничтожает моих противников. Вот он упал. Давайте его съедим. Да уйдите от меня, уйдите от меня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех копов съем. Будете приставать ко мне, всех поседаю. Давай быстрее. Давай быстрее проезжай, хух. Так, где это, ребятки, где нитро? Дайте мне энергии, дайте мне нитро, пожалуйста. Так, одна ракетница осталась, это очень хорошо. Все, у меня есть бомба, ребят. Я могу хоть бомбой от полиции защититься хоть немножко-то. Все, ребятки, отлично. Так, давай стреляй, стреляй, стреляй. Так, отличненько, дорогие друзья, круто. И мы с вами прошли этот уровень, и это просто, ребятки, замечательно. Это просто круто. Я же говорил, что мы с вами, ребяточки, пройдем сегодня. И это просто, ребятки, круто. Так, давайте придем в гараж, ребят. Так, а в гараже у нас что? У нас 694, но нам все равно не хватит ничего сделать. Так, ребята, это бомбы. Купить ядро. А, это улучшение бомб, ребята. Нам просто не хватает пару этих. Все, ребятки, теперь я понял, как нам надо играть. Все, ребятки, в следующих видео я улучшу свою машину. И таким образом пройду все уровни в этой игре. И это будет просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу, ребятки. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Будет все очень круто, будем играть в крутые игры, ребятки. Встретимся, ребяточки, в следующих видео. Пока-пока.